Более 60 новых предприятий появилось в Восточном Казахстане за первую пятилетку индустриализации. В результате 1000 человек обрели постоянную работу. Накануне в ходе общенационального телемоста с участием президента в регионе открылось сразу два новых производства. Видеоплавильная на металлургическом комплексе Касцинки и завод титановых слитков и слябов на титано-магниевом комбинате. Оба предприятия построены по программе индустриально-инновационного развития. Новое титановое производство – итог сотрудничества Казахстана и Южной Кореи. Стоимость проекта – 70 миллионов долларов США. Здесь трудоустроено 70 человек. По данным специалистов, таких заводов всего два в мире. В год в Усть-Каменогорске будут выпускать 6 тысяч тонн титановых слитков и слябов. На медиплавильном же сейчас трудится 450 металлургов. Производство полностью автоматизировано, цеха оснащены самым современным оборудованием. Отсюда высококачественная медь экспортируется за рубеж и продается на фондовых биржах Лондона, Нью-Йорка и Шанхая. Этот завод построен новейшей технологией. Здесь применяется в основном механизация, автоматизация, меньше ручного труда. Поэтому больше управляет оператор процессом. Поэтому все равно это 450 и более человек, это, я считаю, новое рабочее место, это хорошее достижение, хороший как бы посыл нашей компании, которая обеспечили новыми рабочими местами здесь, в Усть-Каменогорске.